Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю супер простой, но очень вкусный салат. Один свежий огурец и 150 грамм копченой колбасы нарезаю соломкой. Две отваренных картофелины нарезаю кубиками. Еще понадобится по 150 грамм моркови по-корейски и консервированной кукурузы. Кладу все продукты в одну чашу. Картофель, колбаса, огурец. Кукуруза, морковь. Заправляю майонезом и перемешиваю. Вот такой совсем простой, яркий салатик. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего настроения!